Забайкальский край – это огромная территория с множеством таинственных и диких мест. В одно из них мы сегодня с вами и направляемся. Наша цель – рыбалка, путешествие, ну и другое. Увидели козу, стоит достаточно далеко. Саня приготовился, сейчас будет стрелять. Нет, не попал. Встала опять. Опять встала, сейчас еще будет второй выстрел. Далеко. Нет. Че? Вчера пуля маленько не по месту прилетела, нам помогло это взять. А, вот за него-то рядом? Не, то есть сразу эхо еще не докатилось, он уже пошел. Возможно, легкое чирканье было по шкуре. Я всегда тоже, Александр, так говорю. Метров с расстоянием ошиблись. Метров 400. Саня рассказывает, как он. Как он промахнулся. Александр у нас не только рыболов, но и заядлый охотник, имеющий кучу разрешений и лицензий. Ух, попал. Саня попал в птичку. Не успела подняться, в принципе, так-то довольно по центру. Мы по ходу нашего маршрута будем набирать с разных ключей и дегустировать. Пробовать воду, да? Да, пробовать воду будем. А еще она нам нужна для того, чтобы разводить. Вижу. Количество диких животных, которые нам попадались по дороге, меня просто удивило и порадовало. Расстояние большое. Наша река, на которую мы приехали рыбачить. Таинственная река. Таинственная река, да. Мы наконец добрались до речки. До таинственной речки. Таинственной речки. Александр обещает здесь крутую рыбалку. Наоборот, не обещает. Не, вроде вода, но светлая, по крайней мере, с края. Нормально, а? Нормально. В первый день мы разбили лагерь, накачали лодку, установили мотор и совершили первую вылазку вверх по реке. Река мне показалась достаточно широкой, но мелководной, с множеством порогов. Наш комплект, лодка 5-метровая длинная и водомет позволял нам, в принципе, двигаться по ней достаточно комфортно. Сегодня наша ночь проходит, можно сказать, в райских условиях. Александр жарит мясо. Хоть мы и на рыбалке. На костре, да. Но жарим мы почему-то мясо. Утром мы покинули базовый лагерь и отправились вверх по течению, загрузив при этом лодку провизией, топливом, палаткой. Мы едем по реке. Я вообще люблю путешествия именно или сплавы по реке, так как за каждым поворотом реки вам открывается новая картина, новые пейзажи. Это действительно завораживает, это здорово. Река непростая, множество подводных камней и порогов. И чем выше мы поднимаемся, тем становится сложнее. Мы петляем между камней, выискивая более удачные места для прохождения. Все это добавляет особого драйва. Шел на середину реки и пытается там что-то поймать, но ничего не ловится.
А рыбачим мы, как обычно, на сливах вод, в ямах. Сплавляясь вниз по течению, прокидываем спиннингом интересные места. О-о-о, ну, наконец-то, леночек. Леночек, да. Подловили. Такая у нас рыбалочка. Саня, как настоящий рыболов, после этого должен был сломать свой спиннинг об колено. Вместо этого он умудрился его уронить в воду, на что мы потратили определенное время, выуживая его оттуда. Но Бог к нам оказался милосерден, и в Санину счастливый воблер вцепился очередной ленок. У самого берега. Так а что надо? Ну вот его вот тут такого же, большого поймал. Это вот, блядь, жалко отпускать. Хороший. Может пристрелить его? Да. Заводись, не надо вытащить его. Давай сейчас, короче. К берегу причали. Сейчас, понял. Хороший ленок, хороший. Саня. О. Вот это экземплярчик. Форель. Ну, наконец-то. Хуже. Наконец-то поймали. Два раза слетало. И сейчас, ну, короче, килограммовый где-то, да? Местный, горбатенький. С ярко выраженными, розовыми, как пятнами, крупными. Ну что, едим? Мы, безусловно, с Саней были довольно счастливы. Но рыба ловилась почему-то только на Санин воблер. Ни на какие другие приманки блесна ничего не клевала. Да, два леночка. Ну, с берега у меня сошел чуть поменьше этого, а бегал за блесной вот такой же. Видишь, чешуя какая крупная. Вообще другая порода, как вот на калака не брать. Утро очередного дня. Тихое место, рядом ключ лежит. Мы вышли на рыбалку. Мы пытаемся ловить на наш счастливый воблер. Вчера мы на него поймали пару неплохих экземпляров. Место просто суперовское. Здесь должны стоять линки. Глубоко, под скалой. Недалеко ключ. Разящая тишина. Должны стоять, но не стояли. Рыбалка наша была, наверное, как бы можно сказать, неудачной. Как и, наверное, вообще везде в Забайкальском крае в этом году. Никто не может похвастаться особым большим уловом. Погода нас, в принципе, радовала. По ночам единственное, что было, минус 9, но самое большое минус 14 градусов. Клещи при этом бодрствовали. Их была такая масса, что можно просто обалдеть. Снимаю, вижу ее, да. Мазила. Сидит белка, замерла. Саша опять подстрелил курицу. Саша продолжал развлекаться, стрелять по птичкам, бродить по лесу. Я же получал наслаждение фактически от всего. От свежего воздуха, от природы, от завтрака или обеда, приготовленного на свежем воздухе, от технического снаряжения, которое мы брали с собой. У нас все было, газ, горелки, даже ветрозащита и так далее, ну то есть от всего. Погода стояла просто великолепная. Вкусно, не сытно? Чего это? Почему? Несколько слов хочу посвятить нашему УАЗу Патриоту. Как-то утром мы не смогли его завести. Причина была банальна и проста. Мы перед этим проходили брод, и на утро, ночью вернее, прижал мороз, минус 10-12 градусов, и прихватило втягивающее. Мы щелкнули зажиганием, но
соответственно, как бы зажигание не сработало и сожгло предохранитель. Что мы сделали? Мы сделали следующее. Мы нагрели воду и облили кипятком втягивающее и стартер. Он оттаял, мы поменяли предохранитель и завели машину. Так что, дорогие друзья, если у вас будет такое приключение, имейте это в виду, или такая какая-то причина. Ничего в этом страшного нету. А так, кроме этого, наш УАЗ Патриот нас чуть нас штаны не содрал, так как расход он показал 20 литров по трассе, смешанный цикл, бензина и 20 литров газа, то же самое. Это очень большой расход. В чем причина, пока я не знаю. Мы сегодня остановились возле дороги. До дома не дотянули, решили переночевать в палатке. Мороз минус 11 градусов. Будем смотреть, как Саша устроился там. Саша устроился. Саша устроился как надо. Что мы только сейчас ее разложили. Ну и как вам, Александр, в палатке? Почему же мы в ней спим-то первую ночь? Вот, палатка, да. Такая горелка на 750 ватт. Газовый баллон. На улице минус 10. Мы спим на ковриках. На ковриках, ну вот у меня такой матрас я приобрел себе. Воздушный. Спальник хороший. А всем тем, кто переживает, что мы можем отравиться угарным газом, я вам показываю. Вот это газон, датчик СО, углекислого газа, выписал специально для этих целей из Китая, чтобы спать и не переживать. Зум у ней достаточно громкий, если что-то работает, она вот так будет пищать. Если превышение нормы, поэтому проснуться вы однозначно. Не тукать, потому что она пищит. Это тоже срабатывает. Вот мы вдвоем в палатке, да, места нам вполне здесь хватает. На улице минус 13 градусов, а Саша он лежит без варежек и без шапки даже. А секрет здесь в чем? Из последних сил старается показать, что ему не холодно. Здесь, конечно, не только газовое оборудование, но и сама палатка. Палатка универсальная, называется она УП-2 Мини. Производство компании «Берег», город Екатеринбург, Россия. Классная вещь, всем рекомендую. Ну а пока все. Подписывайтесь на мой канал, если понравилось, ставьте лайки. До новых встреч!